я хочу сказать, что после боя с Брэдли, конечно, узнаваемость стала намного выше. То есть встретили в России замечательно, особенно у себя дома, на родине, Ханты-Мансийске, мой народ. То есть даже познакомился, встречал даже губернатора, с ней лично познакомился, что очень приятно, конечно. И, конечно, сейчас очень многие от меня ждут. Такого же подвига. После боя, да, после боя с Брэдли сейчас. Если до боя с Брэдли никто в меня не верил, никто не знал, да, как бы, то сейчас же все. Все верят в меня, как бы, и ждут очень много от меня, что так психологически немножко это так, тоже... Давит на тебя? Давит, да. Скажи, когда ты приступаешь к подготовке? И почему ты сегодня в джиме, если ты только вчера прилетел? Ну, расслабляться нельзя, как бы, надо все равно всегда держать форму, тем более сейчас уже как раз начинается уже у меня подготовка. Но эта неделя, как бы, еще будет такая немножко у меня забитая. Съемки, пресса, встречи, ужины. А с понедельника уже начнем все уже конкретно уже режимить, подготовку уже, то есть с тренером по физподготовке, так что все уже как бы начинается. Но себя как бы здесь сегодня, потому что надо себя в форме держать, так что расслабляться нельзя, впереди бой очень серьезно, так что надо каждый день все-таки посещать зал.